Кто более строгий, мама или папа? Папа. Папа, конечно. Папа. Мама вообще у нас, мне кажется, как подружка. Мама, мне кажется, строгой не бывает. Я когда-нибудь тебя ругала? Ругала, ну, один раз было, но в смысле это было для вида, честно. Ну, то есть, нельзя так делать? Нельзя так делать, но это специально было, чтобы как будто бы ругать, на самом деле, потом она мне писала, то что нет, это я не по-настоящему ругалась, это просто для вида. С мамой всегда весело. А папа какой папа? Вот, то есть, папа может и наказать.